Просто поражает, сколько в Нижегородской области удивительных женщин. Например, Марина Гусева. В маленькой глухой деревне Антониха она организовала настоящий театр. Или Ирина Антипина. Только представьте, у нее 12 детей. Двое младших появились на свет в 18 году. Они близнецы. Или Людмила Привалова. Больше 30 лет она работает детским онкологом. Она спасла тысячи жизней. Сегодня она главный онколог города. Но до сих пор самостоятельно делает операции и дарит людям надежду. В Нижегородской области очень много удивительных женщин. Есть женщины-фермеры, женщины-врачи, женщины-полицейские, женщины, которые помогают инвалидам. Есть женщины, которые спасают животных от гибели. Если посмотреть внимательно, каждая женщина Нижегородской области удивительна по-своему. Потому что каждая делает кого-то счастливее, о ком-то заботится, кому-то помогает, а кого-то просто любит. Я поздравляю всех женщин Нижегородской области с 8 марта. Всех и каждую. Спасибо вам. Вы удивительные.